Ах, красивые, добрый, предобрый ранок. Сегодня еще один прекрасный день у той красивой нашей жизни. Всех девчонок обнимаю, целую и поздравляю с 8 прекрасным марта. Но не забываем, завтра будет 9, 10, и каждый день наш, и каждый день твой. Вот так. Как захочешь, так и будет. Вот ты хозяйка. Помнишь? Помнишь. Так, Валентина оставила машину на мойке. Сейчас машинку намоют, начистят до шика и блеска. А я пока, у меня сейчас времени, бегу поздравить еще одну красивую девушку с святом. Почему? Потому что она просюя. Вот, и у меня как раз есть маленький промежуток времени, когда я могу это сделать. Вот так. Пошлите поздравлять. Да ладно. Да ладно. Сыночка. Сингью, сыночка. Боже. Какая прелесть. Сингью. Да. Ой, подожди. Я хочу прям... Да. Все. Забирай маму отсюда. Опс, подожди. Я сейчас все сломаю. Ой, какая мимили. Подожди. Опля. Все. Ой, Саш, спасибо. Ой, тюльпашки. Мне папа тоже с ней подарил тюльпашки. Ой, погнали поздравлять. Мы пришли поздравлять красивых девушек. И не одни. Сейчас. Ах, Любчик. Хорошо. Давай, ты хорошо. Готов? Покажи. Ты готов? Поздравляй Дашеньку. Ну, давай. Давай, пошли. Да. Ах, Дашенька сегодня работает, к сожалению. Но Любчик к ней сам пришел. Ах, Дашенька. Камхья, рыбка. Добрый день, красивая. Мы, дивися, дядя Вова. Дядя Вова. Я его правая рука. Спасибо. Пришли там заявление. По своему. Сегодня на пельмени. Так, от Любчика я как этот передаст от Любчика букет цветочков, пожалуйста, и подаруночек. Это тоже от Любчика. Я очень надеюсь, что уже это начнется. Вот с этого все, чтобы началось, и мы будем коллабиться будем. Любчик, я все выполнила. Спасибо. Так, а где Яна? Поговорите, пожалуйста, с... Нет, она на баре. Вот она. Нет. Ой, нет. Катя. А, это Катя, извините. Поговорите, пожалуйста, он мне даже три пальчика не говорит. Я сейчас поговорю. Ах, здравствуйте. А где девочка Яна? Я вас витаю. Спасибо. С 8 березня. Так, Дашенька, ты уже все, практикуешься? Тикток? Тикток? Ты поняла, что то? Боже, я не вмешиваюсь в процессы, конечно, да. Это ж... Любчик, все передала, все зергут. Ты ж не передашь. Ну, а что робить? Ты парламентер. Ну, хорошо. Пофиг, главное, чтобы подарок нашел этого дарителя. Все. Ты поняла, что это такое? Да. Все, чтобы завтра была фоточка, видосик, тикток, инстаграм. И т.д. и т.п. Все, давайте, хоть подсумаем. Все, Сашенька, я не смею больше отвлекать. Давай тебе сфотаем. Ничего, шпан, еще не вечер. Он же любит удивлять, ты что, не знаешь? Первый день с ним это, живешь? Все. Мама довольна, папа довольный. Дашенька довольна. Все, с тюльпанами. Все, главное, чтобы все были счастливы. Ах, ну я забрала свою красивую машинку с автомойки Family Car. И вы глядите, что они сделали. Они повесили мне обалденную, просто обалденную пахучку. Ой, какая прелесть. Какая чистая. Ой, все, теперь можно езжать. Ой, прям страшно садиться. Вы поглядите. Карвош. Карвош, как она пахнет безумно вкусненько. Ой, какая прелесть. Прям жить хочется. Новая машина, чистая машина. Ой.
В общем, помыть машину – это самое то для придания от того стопроцентного настроения. Первый раз моемся в Family Car Wash. Находится здесь у нас недалеко от налоговой. Довольно такая новенькая, свежая мойка. Мы в свое время сюда металл поставляли. Сервис, обслуживание – супер. И девочкам сегодня аж 10% скидки. Мелочь, но приятно. Скажите. Ой, я балдю. Такой запах. Безумный. Family Car Wash. Все. Мы майже ваши клиенты. Все. Все, что надо, соблюли. Все, что надо, угадали. Колеса начернили, машину помыли, освежили. Запах придали. Все. Thank you. А хлюпчик, я управилась. О боже, я тут купила нам поїсти. Я уже ем. Бананчик смачного. А хлюпчик, я все зробила, все, що ти просив, я все управилась. Значить, моєчка, огонь. Вони повісили нам, розумієш, вони психологи, я ж теж на сьогоднішнє. Вони повісили нам цим, такою ароматизатор. Я вже бачу. А, ти бачила мою історію? Короче, оно так пахне. Я їду і очумиваю. Просто. Вони прям, от в моєму випадку, угадали на всі 100 запахи, розумієш? Прям сіла і все. Ах, Car Wash. Ви навіть у нас на столі. Щоб в спешці не забути. Так, Любчик, синочка мене привітав цвіточками. Тюльпашки. А чого у нас так темно? Я не поняла. Тюльпашки. Любчик, отвлекись от этой работы. Любчик, это мне для диеты. Надо худеть. Любчик, я тебе шубу купила. Привычайся, Любчик. Вроде меня на ПП держала. Да, сейчас. А это, Любчик, презент я сделаю одной леди, которую я даже не знаю, и она меня не знает. Но она мне в свое время сделала презент, который я не забыла. Это надо упаковать и передать. Ты понял, кому? Догадываюсь. Догадываешься. Уважаемая Оксана, хочу вот сейчас выразить, пользуясь случаем, знаю, что вы вроде смотрите наш YouTube, пользуясь случаем, хочу выразить вам огромную благодарность, искреннее удивление и искреннюю приятность. Вы нам в свое время подарили, презентовали вот тот красивый цветочный горшочек. Бесконечно вам благодарна. Большое спасибо от души. И до вас прямую маленький презент от меня и от Любчика. Да, мы ваш горшочек поставим в самое центровое место, посадим туда самые красивые цветы и будем о вас вспоминать с добротой и любовью. Вот так. Спасибо еще раз большое. Значит, мы не делися, мы с Любчиком тут мило подискусировали. Любчик, подытожим. Повтори моим подписникам. Права или права, я должна быть обеспечена. Скажи, колхоз дело добровольное. Хочешь ступай, не хочешь корову заберем. Виндали? А что, я не права? И кажу, Любчик, у нас тут был диалог такой этот, как это, философский. Говорю, Любчик, мне не надо быть сильной, умной, правой, не правой. Жена должна быть обеспечена, да? Все, вопрос закрыт. Эконом на ком хочешь, только не на мне. Конечно. Экономить можно на чем хочешь, но только не на жене, не дай бог. И не на детях, не дай бог. Вот так. Ах, девочки, я надеюсь, все получили подарочки, да? Не будем оценивать категория дорого-богато. Сам факт. Все получили подарочки? Цветочки? Все получили? Я надеюсь. Если нет, напишите мне в личку, пожалуйста. Я должна за всех быть спокойна. Все получили. Все счастливы и довольны. Вот так. И у всех сегодня свято. А если, не дай бог, нет, Любчик, не уходи. Согласись со мной. То Валентина должна быть обеспечена. Это по умолчанию, Любчик. А если нет? Ой, я так...
А если нет? Нет. То подари себе вот тот цветочек сама. Ну что ты как маленькая вот девчонка? Сама себе купила и подарила. Сама захотела, сама оплатила. Все. И никак иначе. Все должны быть сегодня красивые и довольные. И у Валентины сегодня тоже цветочки. Сыночка подарил. Большего не надо, Сашенька. Большего не надо маме. Не надо еще кое-что. Ты знаешь, что маме надо. Но то так будет завуалировано. Не для всех. В общем, желаю всем хорошего настроения на сегодняшний еще день и вечер. И на завтра тоже всем настроения. Но завтра я вам пожелаю дополнительно. Все. Обнимаю всех и целую. Крестник приехал поздравлять. Дорогое, ну что это такое? Спасибо, да ты что, Боже, спасибо, моя рыбонька. И псофилу подарил. И псофилу. Как просто о Любе, да? А что такое старший? Что такое старший? Молодцы, завозить, конечно. Да, Анечки еще поехал да. поздравлять. Парнишка, love you и thank you. Все, до вечера. Учись, Любчик. Не какие-нибудь тюльпанчики. Я только хотел. Видишь? Не какие-то тюльпанчики. А кто-то взял и сделал. Аки в софилке. Ванюшка, он мне еще и БМВшечку подарит. Когда-нибудь потом. Да, Ванюшка? Когда-нибудь потом. Или Мазерати, или Феррари. Не отвлекайте их. Какая прелесть. Пошли. Куда ты идешь? Нам надо вот в тот магазин. Карамель. Пока. Ты как леди, но я не леди. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Я тоже сегодня не леди. Я сегодня... Любша, кто я? Тигр. Сегодня тигр. Мы с Любчиком... уже на мази ехать у гостя на праздничные пельмени. Я все правильно говорю? Нет, конечно. Неправильно? А на что мы едем? На свято. Так добре? Так добре. Мы едем на свято до горячо любимых гуртових. Чуть-чуть не в полном составе. Дашенька работает. Рыбка наша работает. Так совпало, так выпало. Но она догонит, догонит. Да? Значит, Любчик у меня а-ля классика, а я сегодня такая дерзкая, Любчик. Дали буде? Мабуть. И такая переменчивая, такая дали непостоянная буде. В образе. Мені це нравиться. О, що вони так быстро вийшли вже? Покупателі. Добрий вечір! Добрий-добрий вечір! Ой, ти нас ждеш? Закривай двери. Двери закривай. Добрый вечер. За святом. Свято є? Ми заходим. Свято. Спасибо. А это зачем? Это мальчики. Это мальчики? Ну, конечно. Это же, ну, нет, ну на стол. Ну сладкий стол же мальчики. Это вместо торта? Ну да. А фигура? Это вместо с тортом. Заходим, подожди. Ванюша, а ну отнеси на этот на кухоньку аккуратно. Ой, тихо. Hello, фамилия. Family, hello. Я ему сказала, не надо. Він сказав, я цвіти куплю. Дай йому. От так, все. Значит, привет. Такі малышки. Це, а, тобі, а ну подожди, подожди. Це лично моя ініціатива. А що ти? Це лично ініціатива. Хочу сказати на камеру. Ми подарки не дарим. Вообще. Подарки – это уже пережитки прошлого. Я дарю тебе свой поцелуй. А бы с кем не целуются? Вот так. Контент в деле. Муж ходит, лелеет, бережет. Он мне розы подарил. Ты даже не сомневался. Не трогаешь? Километровые. О, ты тоже. Ой, оазис. У меня тоже оазис. Ой, а шикарно. Слушай, это дорого-богато стоит одна штука. Я тоже говорю, Сидян, ты что? А он?
Я тебе ничего не жалко. Вот это мужик. Это Ванюшка. А, это Ванюшка, я видела. Ой, я балдю от желтых тюльпанов. И Анечке подарил тоже такое красивое. Спасибо, держи. Ой, а самую королевишну обошли, и никто не подошел. Любчик. А королевишну обошел. Выступай. А что ты? Варюшик. Варюшик, с 8 березня. Рыбонька. Рыбонька, кто тебя поцарапал, а? Сама себя. Сама себя. Сама себя поцарапалась. Все, дай припить. Агу. Подарки не делали, а Варюшке по умолчанию треба. Вот так. Возьми Марта. Большая просьба лично от Валентины. Померить и записать видосик. Пожалуйста, попозже. Хорошо? Когда уже все это рассосутся, потом примерить. И це носить дома, як домашню одежду. Это колекция, да, в колекцію. Вот так. Не хранить, не беречь каждый день. И все в платьечке. Дивіться, у тебе колекція платьев буде целая. Ну, ну улыбнись, Любчику, улыбнись. Ну, Любчику, улыбнись. Ти только слюни умеешь пускать, да, пока? Я не для всех улыбаюсь. Ну, да. Да? У меня свой трон тут уже подготовлен, молодцы. Ванюша, ты всех поздравил, всех уважил, всех поцеловал. Молодец. Молодец. О, Лео. Символ, символ. Я так потихоньку убирала, бо такі громкі, думаю, вона злякається. Варінчик, а ну бери ручкою. Там так яка і гризти можна, вона м'якенька така, як далі. Вона хватає так, вона купчиха, купчиха, що ти такі? О, бачиш, ігрушка новенька. Грай. Будеш не руку розсматривати, а этот, погремуху. Значит, наши мальчишки пригласили нас на праздничные пельмени. Да, я все правильно говорю? Мальчишки пригласили на праздничные пельмени. Это вот так, да? Сегодня пельмени праздничные. Боже, Лео, ты всех поздравил уже, а? Лео, боже, что Лео? Симба, что я тебя называю Лео? Симба. А как, Ксения, как тебе мой прикид? Обалденно, ты вроде 15-летний. А доця? Доця, ти покажала красну куртку? Ми вчора так урвали по акції куртки. От так. Що? Можна це почистити, нам дали. Ти що, зараз попутав щось? Сьогодні 8 марта. Ви нас пригласили. Ви нас пригласили, взагалі-то. Казала, без подарків. Ксюша, я всім сказала, без подарків. Любчик. Сказал без подарков. Все. Я же тоже эти камнички дарю. Все правильно. Я же ничего никому тоже не дарю. Обалдеть. А ну покрутись, повертись. Это новая футбольная. А вы попробуйте мои ногти. Круто, круто. Еще и именная. Тебе только этот, дождаться тепла, весны и летать на футбольном поле. И все голы забивать. Молодец. Значит, а Ксения на раздаче. Да. Серёнь, мешаны, пожалуйста, пельмеша. А Ксения, расскажи рецепт праздничных пельменей. Боже, нет, это семейный рецепт. Это семейный, все, ладно, это там это инкогнито. Вся семья не сегодня днем девочек. Да, ладно. По-домашнему, а, нет, так, мальчики, по-семейному. Это мальчики, да. Налепили пацаны, еще тортив напекли сейчас. О, привезут. Капец. А вы картошечку туда ключите, да? Это только вчера купили. А, только купили? Так, подожди, Вова, все, нам все. Серя. Серя. Саша пока не насыпать, он не подъехал. Вот там две тарелки у вас. Три. Это себе. Серега. А Януся, да. Он в центре, Яна. Так, это Серя. В центре Оливье.
Це мені дайте, пожалуйста, до краю. А Ксения? Ви ще не вибрали? О! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Слава Богу! Привет. А что две гвоздички? Кому? А кому две гвоздички? Hello, hello, мальчишки. Я знаю, кому это, Анечки? Варечки? Да. О, все папочка. А ты так вот копал. А ты так вот копал. Стрела Амура, блядь. Проходи, проходи. Варечка спит. Спасибо. Саша, мы тут долго вас ждать должны. Ты, конечно, моя девушка. Покажи, покажи. Ну, приятненько. Покажи, как он это умеет. Колокольчики меня. Сезонка. Пошли к коллекции моей. Пошли. Оранжерея будет. Только не кричи. Оранжерея. И ты нас пить. Тебе? Ой, эти вообще бомбические. Упаковка такая. 153 штука, я узнала. На эконом на себе. Ты представляешь, заберите у него телефон. А что вы привезли? О. Праздничный торт. Ой, Ксения с вишенкой. Бомба. Можно, да? Оно запечатано. Нет. А где пироженки? Я наскала пироженки. Ну, вот же, что ли. Нет, запечатано. Ну, это же запечатано, чтобы никто не лез. Яна, блин, где пирожные? Это тортики. Это торт. И она нас дезориентировала. Сказала, что будут эти пироженки. Но все равно мы все с кушанькой. Это одно большое пирожное. Ты бачишь, сколько корма у твоего подопечного? Пошли, ты лично жарить. Ах, слушай, ты всем показываешься. Так пошлите кушанькать. Вы уже не поели, не? Аня, пустым они съедут. Да. Мальчишки, Саша, ты сюда к нам. О, ты постригся? Аж помолодел. Не, не обратила внимания с утра. Ну давайте. Да? Давайте, поздравляйте нас. Мальчик, да. Ты из шампанской будешь? Мальчик, давай. Да. Нет. Ванюша, сюда. А дайте нам один стаканчик. Где стаканчик? Стаканчик. Подайте стаканчик. А я думаю, да, я... Кетчуп, девочки, мальчики, Ваня, ты что пьешь? Сок. Какой? Только один, два. Есть апельсиновый, есть ананасовый, а есть попсиколовый. Ананасовый. Да, правильный выбор. Хороший. Наш парень. Ананасовый. Кетчуп нашли? Дай нормально. Хватит. Это будет. Вань, да? Кетчупом. Я знаю. Ой, не-не-не. Серёнь, кетчуп. Что? Хорошо, сейчас я возьму. С Рождеством. С Новым годом! Давайте, кто? Директор. Я поздравляю. Дорогие наши девушки. И бабушки. Чайки. Девчонки, девчушки. Девчули. Валя, ты будешь покусать. Поздравляем вас с вашим женским днем. Праздника. Мы вообще тут при чем? Мы вообще не можем понять. Женский день. Ваш день. Вы их отмечаете. Как вы, шепотовы-то, мы отмечаем. Ну мы же как плечо. Так вы забираете Варю? Как крыло. Мы будем отмечать. Варя тоже делает. Оператор. Поздравляем вас. Желаем вам улыбаться.
Так радоваться жизни. Я не поняла, а чье плечо, наше чи ваше? А мы и плечо. А, вы и плечо. Мужское. Я почула, что мы и плечо. Которое должно опираться на вас. Илья говорит, какое мы имеем отношение? А где наши крыла? Мы плечо. А крыла где наши? Крыла вот. Крыла, а что, одно твое, он другое. А, все, правильно. А перья где? А перья дома. Перья пособирайся. Подушка. Перья в подушках. Так, с праздником. Всех девочек. Валик, тебя тоже с праздником. Спасибо нам. Мальчики, спасибо. Да, за праздничные пельмешки. За праздник весны. Цветов. Любчик, не останавливайся. Смачно. Добро, да? Саша сказал Борилце, ты каже, добре, усе, да, прогалин, прогалин, ти став зелений, прогалин. А, окей. Ні, вкусно, вкусно. Ми ж його п'ємо. Ні, я просто думав, що Ась. Нравиться, говорить. Перчений, так? Я що? Ну, тут десь на половині дороги, вона всі стоять. Кто стоп? Я вже туди. Ти знімаєш? Ну, да. Давай, Ларик, поздравляй. Давай, Ларик. Я? Да, толкай речь. Ти ж Скажи по-китайски. Поздравляй по-китайски. Хао-хао. Вам. Анечка, тише, тише. Что сказать? Спасибо. Спасибо за свободки. Ты меньше за вас. Спасибо за то, что вы у нас есть. За нас. За нас тоже. Ты подсказываешь, ты хоть правильно подсказываешь. Это наша ложь. Варя, за стол и пидешь в ухо. И он нам денег должен. Сядь, не надо на меня тратить. Ларик, спасай ситуацию. Ура, праздничка, девочки. Ура! Thank you. Кто там мне накапал апельсинового сока? Вадюш, да балаганно. На новый выпуск. Прошляпил. Опять пальчик. И снова пальчик. Мы ее обычно будем приглашать. Будем сидеть дома, она каже, убери палец. Да, ты чуешь, че? А? Заверни. За милых дам. Мой первый тост и капитал. Ну что, сядь, блядь. Я люблю сэр. Меньше вероятно, что прилип. Прилипит? Силу дачно пустить. Да. Дорогие женщины, желаю вам не быть как тюльпан, а быть как роза. О. Иметь ценность каждый день, а не только по праздникам. Правильно. Ой. А что ты привез тюльпан? Молодец. Экономия должна быть экономная. А Ксения, будем как роза. А подарим мне розу, а тюльпан. То все мелочи. Это в переносном смысле. Сыночка, так молодец. Рассматривать это... Ну подожди, тюльпан своеобразно красивый. Роза своеобразно. Это намек. Роза почти всегда дорогая, а тюльпан только на праздник. Нет, это без красоты. 80 гривен. Есть бархатные тюльпаны, они очень дорогие. Так если это подъездная роза, она дешевая. Безплатно. Я купляла на... Это первое добрейшее было, да? Нет, это тоже вкусное, хорошее. Ну это больше как вино. Понятно. Смотрите глубже. Имелось в виду, что не разменивайтесь на дешевняк. Понимаете? Можно и розу купить дешевую, которая завтра сыпется. А можно купить дорогую, которая будет стоять. А можно переплатить 10 раз сюда. Он сам заходил туда. Знаешь, как это тебе прорекламируют, и ты такой... Помните, как петушки были в моде, эти разные цветами все. Боже, петушки, давайте садить петушки. Давай, да, побігай. Да. Скільки там? 150 гривень корішок. Зараз воно нікому не нужно. 10 гривень нікому не нужно. Смисл в чому? Смисл в качестві. Быть шикарним цветком. Mm-hmm. От так. Вот. Смисл хорошо ухаживати. Да, який я садовник. Забыл, да. Який сказать, садовник. Садовники, да. Який садовник. Такі цвіти. Запхали дитину. Ахьяна Сергеевна, ты согласна? Наши семьи, садовники все хорошие. Садовник який, такие цветы. А. Вот так. Сейчас, наверное, не очень садовник. Так пыхни его вот так плечом. Я боюсь просто. Весовая категория, да? Да, категория, да? Да, да. Есть футболочку, день жарко. Не рассказывай, что ему делать, он не скажет тебе, куда идти. Так жарко, я все делаю. Что-то стилу.
А ты ничего не попутал, Симба? Боже, да, Митенька, молодец. Это вот что я его ливала. У нас все равно свои разговоры. Симба. Я всегда уважаю. Видали, какая у него кисточка? Не, не обидно. Какие таблеточки были? Симба. А гля, пришел, Аня, притулился к мальчикам туда. Мужской коллектив. Мы не подошли. Да-да-да, мужской коллектив, так туда в уголочек к ним. Блин, ночью залаза на кровать, а мы не разрешаем. Вот все, ее диван, и тут теперь. Вы разливаете, да, чешу? Знаете, я их ленивец. До вас, до вас. Ну что, выиграл. Жди. Реакція. Ну, лапу поставив. Мовчать. Так воно не просто з бочку ляже, воно ляже там, де йому нравиться оце, всередині. Ну, так. Да. І що всередині? Воно ж не підйомно, його потім з одіяла не підніме. Это Симба, йди отсюди. Завершай этот... Как это? Кто у вас? Квартет. У вас четверо, квартет. И последний тот с Ваней. Да я хочу всех захватить, не застаю. Это Вин же сказал, Ваня. Сок? Стих нам говорит. Ваня нам стих сказал, только я не сняла его, жалко. Вот так, Аня, извиняй, я трошечки. Давай. Валя, я переживаю за твое здоровье. Я прослушала, что шо? Оригинальный тон. Праздником. Сережа поздравил, сказал, с праздником. Кто должен сказать? Праздник. Ну кто-то должен же был это сказать. Спасибо, что вы преподносите в нашу унылую, грустную, скучную мужскую жизнь краски, яркие, насыщенные. Такие, что просто трэш. Захлёсты. Носи почему. И в роте тоже. Оставайтесь подали такими же яркими. Подали? Подали. Подали, подали одно. Вы боитесь обжечься? Такими же яркими, красивыми, замечательными, любвеобильными, строгими, дисциплинированными. О, не останавливайся. Ну, в общем, вы молодцы. Обезбашенными. Хозяйственными, немаловажно. Давай не будем интернет копировать. Сегодня тебе рады, что я у тебя есть. Мне повезло со мной. А ну, цокнул все со мной. До сих пор в шоке. Отож, Сашенька, дивись и учися. У тебя яркий пример есть. Подумай. Не дай Бог. Що не дай Бог? А я не знаю, що він не в настрої. Зараз прямо от шлакоблок кинув на ту сторону. На яку? В нашу. В нас? Як з камінь кинув. Саша, ти хіть на доставку. Конфетка, закусите. Шампанське. А як я потім буду конфетку пельмень доїдати? Конфетку? Пельмень можеш оставити. Пельмень вже все доїли, ти щось тянеш. Ну, це вже треба тщательно перекусувати. Мне стих рассказывал. Ваня. Ну, да не трогайте Ваню. Скажете, говорите по старшинству. Давай. Слова благодарности. Я хочу сказать... Я грибу. Святая корона фраза. Я хочу сказать. У тебя корона фраза, я грибу. Я не могу понять. Ой, не могу, камень. Это шампанское жахло. Ну, блин, нам, женщинам пожелать. Самое главное... Вообще... Нам я хочу пожелать женщинам, девушкам, чтобы мы были терпеливы, чтобы мы... Ты же девушка тоже. Женщина. Ну вы странная женщина. Щоб ми були терпеливі, щоб ми були красиві, щоб ми були спокійні, не нервничали за якого пустяка, за своїх мужчин хороших. Пустяки. Да.
Вот. Ну и самое главное, чтобы война кончилась. Это самое, вчера у нас корпоратив був, и у нас були всі пожелання тільки, щоб война кончилась. Ти на старі дружі, да? А? На старі дружі. Похмеляєш. А, да, вчора шампанську напилися, капець. А я хочу сказати, що ми теж молодці. Ми своїх мальчиків не оставили, за границю не уїхали. Да, не бросили, не бросили. Старі деревня не пересаджували. Ніхто не проінвестував. Да? Як ти кажеш? Старі деревня не пересаджували, да. Тобто ми теж вас любимо. Спасибо вам большое. Конечно, переправляю. Ну, вот это вот, в подробности. Як, тяжелые времена переживаем вместе. Да, все вместе, всей семьей. Скоро бодик прилопотить. Ой, бодик будет отдуваться. И водовит устроить. Ладно. А если вся семья вместе, значит все. И душа на месте. Да. Я так и согласна. Все пройдем. Если вдруг бомбардировка, едем в лес. Нет. Данит, Данита, Данита. Я расскажу. Я не понял, за нас или за вас? И за вас, за нас. Всех нас. Первый тост за нас. А потом благодарность вам, что вы нам делали. Мы, в общем, допьемся, что будем за мужчин пить. Допьемся, чей праздник. Главное, чтобы за своих пить, за чужих. Чтобы не перепутать. Нехай кидает. Ой, я потом як собака, ось язиком. Ми поїдемо, Ксюша буде спати. Та рубашка вже не помою, я знімаю. Я раніше... Так, це синочка, ну так швидко. А куди ти, Сашенька? Та подожди. Я Сережу цілую. Маму цілую. Маму. Чуєш? Сестричку цілую, вона скучає дуже. Бачимося сьогодні. Завезете мандарин. Так, і Дашеньки все завеземо. Ми завеземо. Сестричку поцілую, Яну поцілую, Сімбу поцілую. А мене? Варю, всіх. І Сімбу поцілую. Вона так дивиться на нього. Це він. Поки поцілую. Вона. Він не завжався. Біля кісточки. Акуратно, Саша. Ну, тут хтось на ярі. Да, так, так ми це ми вместе работаємо. Умер зять, вбили на Авдіївкою. Хлюбчик, а свічі будуть? Да. А що там? А праздничний. Це ж день рождення. А де праздничний? Це ж день рождення, то ти ж день рождення. Боже, я задокументирую це, мальчики на обслуживанні. Мені даже дома такого не делают. Так, конечно. Це терпи, я тобі послизую шоколад. Що зробити? Дівчинка, беріть фрукти. Послизую шоколад. Та я їла. Де? Воно ківі беру, банан не їла. Я не люблю банан. Чого? Ананас. Ні. Глядіть, яка красива посуда. Банани з молоком коктейль діли. Дуже вкусний. Ось це моя нравиться. Такий добрений. Помніше, зато ключики було. Молоко, да, мороженое, да. Сироп якийсь і збивали, і така пена, прямо ось копійки стоїло, копійки. Кого ти знімаєш? А що ж таке? Мороженое, пломбір туди вложили, таке добре не було. Холодне. Нонпарель, боже. А Нонпарель вообще класна фірма, якщо що. Что? Нонпарель торты. Форель. Нонпарель. Саша, да? Сашенька выбирал торты. Без орехов. Девочки, я предлагаю вишни выколупать на вареники. Так это Саша не пирог. Хозяйственно. А вот все пирог. У вас есть что-нибудь? Что я одна не допила? Да. Боже. Я испытаю его, может, есть его. Вот это, боже, я запомню. Это Любчик. Шурши, шурши, Любчик. Шурши. Надо ще чіпчики якісь. Чіпчики є. Хай самі шуршат. Бач, які мальчишки у нас молодці. Ми теж їм на день рождения тут таке зробимо. Ларик. Не треба робити це лицо на умняках. Чай всі п'ють? Я не. Я да. Ти п'єш чай? А
А лимон есть? Яна. Нема лимона, то я забыл. Чай минус 3. Бери он с этим. С киви, с Ленки. С киви вот туда накрыли. Сашенька подарил. А? Сашенька подарил. Сашенька подарил. День рождения меня. Жаня? Я кока-колу. Ничего. Ну, будем сока чуть. Чай. Я чай не пью. Чай. Анечка. Чай. 5, индийский 5, чай. 5-6. 2. Чаша. Я не чай. А? Что ты? Ну я в этот буду. Хорошо, Вова, ты что пьешь? Чай. Я чай. Нам, пожалуйста, кусочек с вишенкой. С вишенкой. Это как грузинский чай, пожалуйста. Только, Любчик, эстетичней. Эстетичней. О. Валенький, подвал ложишь. Не надо богато. А, куда подвал? Мне не ложи, я уже наелась трешки. Чего? Вишню я скину. Ну ты что? Очень мне плохо. Перекинь, ну я не. Если ты все ешь, ты будешь есть торт. Так мне надо легенько. Ой, я ж чай пью. А Яня, Лариня. Я не Лариня. Ксения. А шо? Ты же леди. Ну так. Что за слова? Порол. Ой, благодарю, Ларик. Чи Ваня ложить, чи буде Ваня їсти, ще не буде? Я вже не можу пити це шампанське. Давай, давай. А були ж, як ми ждали голосування. Я думала, в мене глаза полилазять від сміху. Голосування? Какое голосування? Я забыла. Какая мы семья? Что? Кто за... А? Не надо. Вот. Чего? То, что я уже... Чего это? Так какая мы семья? Шикарная. Идеалити. Ну, короче, Валя пишет. Давайте проголосуем, кто за какие кипиш. Ну, кто просто... Боже, не топлю уже. Кому там скинуть? Семья. Тобі чи папі? Яні. Та не буду мені. Та Яні, Ларі, я не буду мені. Ларі, скинь, не бачу. Та мені тут теж не треба. Де він включається на день рождения? Є чорний, а є фруктовий. Що так робить? Я фруктовий. Дай мені чорний. Ну, тобі вийшло. Ну, хто ж пише, давайте голосувати, хто за який є. Ти не хочеш? Та скинь. Ну, то, що живе, чи 9 часов. Соня, що ви робите? Скидуємо вишню. Кашу не робимо. Соня до сих пор не проголосувала, бо вона ж десь на роботі практикувала. До сьогодні? Так, до сьогодні. Ні, це виноградний. І тут всі пишуть, давайте, хто не проголосував, посадимо на пол. Не спали на кізяках. Коротше, як почали. І воно, знаєте, час не смішно, а тоді я не можу. Кусненька. Я не можу, я вже година в садочі, я всікаю. О, потом... Ванюшка. Ваня, садись торт ти кушай, Ваня. Купідон. Ваня. Купідон торт, прийшов. Кушай, торт. Не хочеш? Ваня, ти купідон? Так. Короче. Ваня. Ну чого ж пан? Ну що ви так обзиваєтеся? Нельзя так, це не красиве слово. Соня, так? Подарили. Товарим. А, це Варя? Чуть Ваня серце. Ваня серце. То он благословляет. На большую любовь. На большую любовь. Ваня, ну в лицо Ваня, не интересно. Ваня. 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 Ой-ой-ой-ой, заспівали. Ой, давайте все плюнемо так. Давайте не будем. Боже. А там написано принцесса, да? Ой, ну это наша. Как Анечка наша, помнишь, Ваня, точно. Вот такая была эта самая повязочка. Ой, ну это ж надо. Нас так же нахлынет. Да, такая самая была. Ей, походу, не нравятся эти гипюры. И шапка. А може її крестити в цьому платочку? Дивись. Та ну ви що, ні, біленька. Ти вже друге будеш? Ой, а що то на ікро? А, то ж це рапин. О, та це взагалі красиво. Сімба, ти нічого не попутав, як віталий. А ну кісточка зачетна. Сімба, хвост трубой. Сімба. Поправи машині красиво. Сімба. Сімба, ти щось істощав. До мене? Поправь ему красиво этот. Не трогай. Вы что, уже собираетесь? Да. Куда? До дома? А что у него с ошейником? Так, там на сколько у нас семьи?
Саша. Подожди. Ну, Саше передостаю все. Яна, нам не надо, если... В смысле не надо, все надо. Мы надеете, да? Я, да. Такой он мягкий. Симба. Так это за мальчик или девочка? Это мальчик. А что имя женское? А имя женское, Симба, она. Симба, он. Мультика, Симба. А, то Лев из мультика. А, так и... До меня пришел. И хвостик у льва. Чувствую силу. То он это он и его есть. Любщик, ага. А вин это... А вин это... А потом с этим... С наследством, что робить? Ну что, то что будем, то будем то робить. А це не ми, да? А лапы у него, как у льва, точно, чуешь? И лапы, как у сапожка, сапожка. Симба, кс-кс-кс. Красна. Не хочет. Тебе помочь? Ты одеваешься? Да, что ты мне поможешь, я сама. Я спрашиваю, ты одеваешься? Сейчас стол. А ты у бабушки спроси, ей надо? Ну, может, тебе со стола помочь? Ванюшка, что там? Нет, что там? Да нет, там что-то есть. Мама, отойди. Ванюшка, что там? Кто тебя обижает? Постраки? Давай я дам. Мама хочет посрать. Вот так. Ваня. Ванюшка. Вот так. Ванюшка, постраки хочет. Пир такой. Ты что? Ах, все. Варюшечка, отчалю додому. Иди, моя маленькая. Ой, я тебе ловку. Ой, я моя нёба. Она уже встает. Бузики. Бузики. Все, пока. Давайте. Все. Платье носить дома, как домашнюю одежду. И что, дома красивое тоже быть надо? Гости, гости на горы. До свидания. А где Ваня? Одевается. Там ведь? Да. Жарко. Все, гости разъехались. Ванюшка, помахай пока, красный. Фрукта возьмите, да. Все, пока. И пидорунки все забрала. Пидорунки. И мои? Да там дома бананы. Цветошки забрала? И мои бананы. И твои не забрала. Все, Ванюшка, пока. Вам всем спасибо. И вам спасибо. Все, увидимся. Ах, спасибо, мальчишки. Остаток мальчишек. Остались самые крепкие. Самые мальчишные. Самые мальчишные, да. Синкью вам. Все для вас. Синкью. Давай это громкими словами не кидайся. Иди посуду помогай мыть. Не, в гостях не мыть. А, это примета плохая, да? Спасибо Ларику. Спасибо Ларику. А как Сеня, что? Ой, Доця, бери презент. Ты ба? Я все фрукты. Прощай диета. Это Доці. Это Доці. Ты забрала свои пидорунки? Да. Да? Точно, покажи. Сумку, там положила. Можешь подивиться? Все позабирали? Все, майже все, да. Все. Да, давай. Я уже одета. Торты. Сашеньки и Дашеньки завезем. Надо Сашеньку десь вызвать, где он, да. Передадим его в это, где-то в городе. Ну да. Ты неизменно. Ты... Как всегда. Лунной походкой. Сегодня же нема сына. Ах, собачка Баскервилли. Глянь, как у него глаза светятся, Аня. Глянь, как глаза светятся. А где машина, Любчик? Я сегодня помыла машину, алло. На чернили колеса. Для кого? Что за дела? Погода поменялась. Машины. О, вон, да. Если я была на новой мойке, Family Car. Даже освежитель воздуха повесили. Это новое сделали. Деналоговая. Что случилось? Деналоговая. На мойку. Мы на такие дрековские мойки не ездим. Спасибо вам большое, что приехали. Спасибо за свято. Мальчишки. Спасибо. Оди світи в очі мені. Фонарем. Все, да. А бы с кем не целуются, помнишь? Помни. Это наша будет эта фраза ключевая. А бы с кем не целуются? Love you too. Все. 26 березня чекаем. Да, с вот таким сердцем на Подолі. Добре, все. Добре. До зустрічі. Чей би шапут. А ну все давно. Я открою это окно. Все давно стоїть.
Артуш. I love you.